просто вопрос, который вчера начали очень активно обсуждать, поэтому не могу не спросить Сергея Ивановича. Вот 1 января 2025 года, кто все-таки будет заниматься обслуживанием водопроводных сетей? Не знаю, кто в 25-м году. 21 января 2021 года. Будет заниматься организация, которая специализируется на оказании такого рода услуг. Вот. Какая это будет организация, сейчас сказать не могу со 100% уверенностью. Дело вот в чем. Буквально, мы же понимаем, что есть постановление УФАС, обязывающее нас изъять имущество в муниципальную собственность. Но мы понимаем казну, мы сразу должны понимать, что мы ее должны отдать, чтобы какая-то организация вышла на обслуживание. Работу по поводу подыскания организации мы ее проводили с осени. У нас есть предположение, кто может подхватить, оказание услуг с 1 января этого года. Вот. Вариантов несколько. На сегодняшний день, буквально сегодня я получил письмо от водоканала с предложением продлить концессию еще на год, там, с хвостиком. То есть использовать максимальный срок, который предоставляется им в течение 5 лет, использовать это им в связи с тем, что они получили убытки за те годы работы, которые они использовали эти силы. Но это позиция водоканала. Мы ее сейчас изучаем, оцениваем со специалистами. Между тем, 3 числа будет заседание суда. Третьей инстанции уже, где будут рассматриваться все судебные тяжбы, связанные с этим вопросом, с инициативной концессией. 3 декабря. Потом 8 декабря еще одно судебное заседание и 16 декабря. То есть там есть суды, от которых очень многое зависит принятие решения по этому вопросу. На сегодняшний день мы говорим о том, что мы заключаем соглашение с ЦРКК о том, что мы готовим конкурсную документацию. Если 3 числа будет решение, которое изменит эту ситуацию, тогда понятно, мы прекратим эту работу. Если решение будет, которое позволит нам эту работу продолжить, я имею в виду готовить конкурсную документацию и объявлять концессию, мы ее будем продолжать и доведем до логического завершения. Вот. Поэтому будем ждать решения суда 3 числа, чтобы дальше понимать, а 3 либо 4 мы уже будем с большей уверенностью говорить о том, кто этой видом деятельности будет заниматься. Одно я хочу сказать совершенно определенно, что жители города получат воду, будут отведены стоки 100%, вот, и сделают это профессиональные специалисты, те, которые живут и работают сегодня, вот, работают на водоканале. Этим делом занимаются. Поэтому коллапса не будет. Коллапса не будет, да. То есть вы нам после 3 декабря еще раз нас проинформируете? Да, безусловно, мы же Таня не делаем. Я в сентябре сказал вам о шагах, которые мы предпринимаем. С коллегами встречались, говорили о том, какая ситуация сегодня в рабочем году. И сейчас сделается такова.